Так, все, ого, такие у меня. Красивые, надо показывать. Так, всем привет, дорогие мои. Вы знаете, что я делаю? Вы просто не понимаете, я делаю любимую процедуру самой большой попы на свете, Ким Кардашьян. Как это называется? Эндимэ 3D РФ. Да, лифтинг. Последнее поколение. Короче, первый раз я его делаю, ребята, и я вот уже сделала одну часть. Видно, как правда очень видно. Видно очень, смотрите. Очень. Это не сделано, вообще нереально. Вот контур. Контур лица. Да. И здесь. Еще видите, он более смазан. Здесь он более выражен, смотрите. Вот, а здесь смазан. Короче, это процедура, которую обожают всякие голливудские красотки. И это она только в единственном месте в Киеве. Вот делает вот такая вот прекрасная доктор Екатерина Дудикова. Привет. Вот у нее в клинике делают такую штуку. Ну давайте делать. Давайте. Только вы немножечко, чтобы мы да. не только снимали прямой эфир, но и сделали правильно процедуру. Короче, это 3D РФ. 3DIP. 3DIP. А, 3DIP. Последнего поколения. Короче, я вообще, вы знаете, очень люблю радиолифтинг. Я его прямо уважаю. И я делала здесь, в этой клинике, старого поколения. И мне тоже очень нравилось. Но это, говорят, вообще революция. И по времени, согласитесь, очень да. быстро. То есть, если вы кормящая мамочка, да, то есть, если вы сильно заняты, работаете. Буквально сколько мы проделали ту сторону, да? 3 минуты. А предшественник был 30 минут. Я считаю, это вообще очень... Процедура обеденного перерыва. Роскошно. У меня сегодня съемки есть, сегодня есть вечером работа, поэтому я решила сегодня быть красоткой. Я вообще обожаю процедуры для лица, вот именно, как они называются, аппаратные. Аппаратные, да. Аппаратные. Ну вот РФ это для меня вообще самый топчик, потому что то, как он действует, то, как сразу виден результат. Вот смотрите, как подтягивается, видите, нижняя часть лица. Потому что если колоть гиалуроновую кислоту, да, то есть как бы она все равно, гравитационный птоз, все равно мы не получим того эффекта. Мы говорили, помните, конечно, очень часто я вижу женщин, которые колят себе вот эту вот историю, и у них утяжеляются подбородки. Вот, между прочим, ну не буду называть имена, есть одна возрастная у нас певица, которая вдруг стала с огромным внизу подбородком. Это ну, результат вот именно гиалурона, который она хотела сделать себе вот остренький да. овал лица, а получилось, что утяжелила подбородок и очень такой большой массивный подбородок. Вот этот вот РФ-лифтинги, они все это подбирают без объема. Это все очень круто. Цена такой процедуры. Мы вот люди уже интересуются. Значит, 1800 это все доктора, которые в моей клинике работают, и 2450, если лично у меня вы хотите обслуживаться. Сейчас люди офигеют, но некоторые нет. Меня смотрят разные люди. В данный момент смотрят уже 2000 человек. Курсом 6 процедур. Один раз в неделю первых 4 процедуры, 5-6 выполняются один раз. Ребята, но это альтернатива пластической операции. Понимаете, в чем прикол? То есть вы делаете 6 процедур, и потом вы 8 месяцев выглядите просто наливным яблочком. Это очень круто. Я вот эту процедуру еще не делала. Это я делаю ее первый раз. Угу. Поэтому я сейчас вам вот посмотрим результат. И, ну, я уже вижу результат. То есть я уже увидела вот этот мы вот сравнили, овал да. с этой стороны, угу. вот он такой прям, вот видите, вот у меня обычно тут такая неровность есть, здесь никаких сейчас неровностей нет, очень такой четкий подбородок. Так, что люди пишут? Мы назвали уже цену, поэтому смотрите, и вы не забывайте, что вот вы делаете 6 процедур, и потом поддерживающая как? Раз в месяц? Нет, 4 процедуры один раз в неделю, 5-6 курсом обязательно раз в 14 дней. Угу. А потом?
А потом не надо. А потом этого не надо, все. Да. Да? Да. Только это уже через год, да? Только через год, и то есть, как они говорят, опять же, может, у нас еще не было года, да, этого аппарата, у нас буквально сколько, 3 месяца, да, мы говорили о том. А они говорят, вообще до 2 лет. Держится эффект. Да. Ух ты! Круто! А вот тут же тоже? Конечно, обязательно. Ой, мне же это там надо обязательно. Вы знаете, девочки, как надо, чтобы не было второго подбородка, как надо смотреть телефон? На вытянутых руках перед собой. А мы все опускаем голову, правильно, и у нас образовывается. Века, да, вот здесь вот подбородок второй. Вот мы сейчас его проработаем, и будет красиво. Боже, какие у меня ноздри большие. Так, что пишут люди? Пишут класс. Как правильно называется процедура? Еще раз назовите. Значит, аппарат EndiMed, сама насадка Mini Shaper, это РФ, радиоволновой лифтинг, 3D последнего поколения. Имеет FDA и самая популярная процедура в Америке, любимая процедура Ким Кардашьян. И как раз вот я недавно прилетела с Лос-Анджелеса и была у Мелиссы доктора, которая обслуживается. У нас был обмен опытом. Так. Ну, как выглядит Ким Кардашьян, я думаю, вы видите. У нее реально лицо выглядит обалденно. С попой я не согласна, но с лицом согласна очень. Потому что, не забывайте, ей 40 лет. И она выглядит просто роскошно в 40 лет. Ну и мамочка, сколько у нее деток? Трое? Да, и у нее 3 детей. Это но, правда, 3-й у нее суррогатный. Ну, ничего страшного. Угу. Ну, имеется в виду, что да. Нина. Так, пишут, что-то вот вас спрашивают про носогубки сейчас. Блин, что-то подпекает немножко. Оля, да это так, так, когда будут, где-то что-то у видела про носок. У нас последний проход, так. Я уменьшила, немножечко повыше подбородок, пожалуйста, вот. Мы им еще коленки, да, делаем? Да, но мы сейчас сделаем еще летний пилинг, и мы будем иметь вообще роскошное лицо. Класс! Так, а еще раз, когда я должна сделать? Через неделю? Да, через неделю. Угу. Ой, отлично. И мы сейчас сделаем фотографии. Мы сделали фотографию до, я вам покажу. Угу. Все, мы закончили. Кстати, как быстро. Посмотрите, пожалуйста, на мой овал. Вот я вам его снимала до этого. Видите? Очень круто. Класс. Да. Этот 3D параплифтинг, да, правильно? Да. Можно делать на руки, вот здесь, да. Вот, чтобы не болтались тряпки. Угу. Вот, над коленками. Знаете, бывают часто проблемы над коленками, такая кожа не очень. Ну, короче, с многими проблемами сейчас борются именно вот эти вот прекрасные аппараты. И это очень круто. Видите, вот я лежу, смотрите, оно никуда не девается. Круть, круть. Пилинг звучит, как будто что-то пилят. Извините. Да, именно так и это и происходит. Это что? Нет, мы будем делать летний пилинг, он идет из тыквы, он именно на улучшение качества кожи. То есть это пилинг не такой, который мы там делаем осень-зима. Он очень поверхностный, шелушений никаких абсолютно нет. Дает просто красивый блеск. Mm-hmm. Посмотрите, какая кожа. Очень класс. Мы должны прерваться, потому что пилинг с закрытыми глазами. Ребята, я делаю пилинг, не забывайте подписываться на мой канал. Кстати, идите, подпишитесь обязательно на Екатерину Дудикову. Как вы записаны в Инстаграме? Дыры Дудикова. Дыры Дудикова. Дыры точка Дудикова. И там вы можете увидеть всякие новшества, потому что здесь очень много. Давайте расскажем про Онду. Да, про Онду.
Да. Значит, данный аппарат – это микроволны. Уникальность, если быстро в двух словах рассказать, что все аппараты направлены на выведение жидкости. Это первый аппарат в мире, который непосредственно имеет 2,45 ГГц и непосредственно идет воздействие на молекулы жира. То есть мы выводим 80%. То есть это вообще уникальный аппарат. Тоже он на данный момент единственный в Украине. Вот к нам недавно приезжали итальянцы, у нас был обмен опыта. То есть все это можно на страничке увидеть и прочитать. Я всем желаю хорошего дня. Ребятки, подписывайтесь на доктора Дудикова и чувствуйте себя красивой, как я вот сегодня. Все, бай-бай.